Здравствуйте, мои дорогие друзья. Только пришла с рынка. Поставила свариться кофе. Он уже сварился. Купила сырочков. Решила вот позавтракать сырочком. Взяла вот такую маленькую чашечку кофе. Нет, тут пока еще кофе нет. Я немножко вам расскажу, а потом уже налью кофе. А то... Я всегда пью уже, пока с вами поговорю, кофе у меня остывает, а я не люблю холодный кофе. У меня опять, девчонки, проблема, я сломала очередные очки. Вчера я ходила по банкам, я очки потеряла, но я их не потеряла, они у меня были дома, представляете? Они лежали у меня на столе перед компьютером. И я увидела их только потом, когда Вася ко мне пришел, и мы уже пообедали и пошли смотреть телевизор, уже отдыхать, вот, переваривать то, что съели. И потом сижу, включила компьютер, о, лежат двое, одни, которыми, в которых я крашусь, вторые очки послабее, в которых я смотрю в компьютер. И эти, которые в сумке у меня всегда носятся. Зачем я их в сумке? Собиралась идти по банкам. Зачем я их вытащила и положила на стол? Хотела сказать, одному Богу известно, но это, по-моему, не ему, а кому-то другому. Вот. Что ты тут творишь? Что ты тут творишь? Не пусть согнала со стола, так вот лежит и дерет коврик. Вот. Сходила на рынок, купила кое-что, что мне надо было. Вчера я купила такое вот мясное. Не хочу уже доставать, показывать. Все в морозилке, потому что купила эти голени, купила крылышки. Что я еще вчера купила? Что я вчера еще купила? А, мороженое купила. Сегодня, наверное, ко мне придет Аришка с Мишкой перед тем, как забирать Максюшку. Вот. Пошел хрумкать. Вот, я купила морожка на палочке в шоколаде. Там какой-то белый полюс, по-моему. Вот. И что еще? Что еще? Хотела орехов купить, но про орехи забыла. И сегодня тоже про них забыла, потому что вот так вот ходила, то туда, то туда, и там надо, и там надо. И когда уже пошла, перешла через дорогу после рынка, я вспомнила, что я не купила орехи. А ведь шла и думала только орехи, орехи. Так, что ты опять мяукаешь под дверьми? Вот уже кот. Только выпустила, сел на окно. И на окне начал мяукать, чтобы я его впустила. Впустила, теперь он в двери стоит. Не мяукай. Будешь стоять, пока я не закончу видео свое. Вот. Сейчас я вам покажу, что же я купила. Я купила сырочки. У нас я купила вот таких вот два. Вот таких вот два. Трюфель или трюфель. Девочки, пойду выпущу, иначе он мозги протрубит. Вот. Так, о чем я? О сырочках. Вчера я это я вчера вот эти вот сырочки купила. Подумала, что мальчишки придут. Я думала, что они вчера ко мне придут. Но шел дождь, и Ариша... Говорит, и так, с Мишкой надо ехать, он не разрешает закрыть вот это в коляске, вот этот вот купол. Поэтому мы бегом быстренько в школу встретить Максюшу и домой. Вот. А сегодня я в другом магазинчике увидела вот такие вот сырочки, которые называются топ. Вот такие вот. Один... С клубникой, по-моему, второй с ананасом и вот этот с шоколадом. Ужасно хочется попробовать. Ужасно хочется попробовать. И я думаю, что чашечку кофе я
выпью с сырочком. Вот. Купила в Петрухе колбасу. Девочки, не помню, какую покупала в прошлый раз. Хоть ты открывай это самое, месяц назад открывай видео и смотри, что там было за колбаска. Вот та колбаска в Петрухе мне очень понравилась. Мне нравится, что она там вот так вот зафольгирована, что не обязательно вот мне сейчас ее купить и открывать. Потому что вчера, когда Вася приезжал, я его попросила сходить в мясную лавку, купить мне крылышек, купить мне этих голеней и коту печенки. Вот. И я немножко отложила себе голени и крылышек. Сегодня я их сделаю, приготовлю себе на обед. Вот. Вчера мы с ним ели картошку, я варила, и котлетки. И огурцы я вчера купила. Все-таки я купила вчера огурчиков. Такие хорошие, такие вкусные рудаковские огурцы. Они у нас по 5, около 6 рублей. Не помню, сколько. Я получилось так, что я ехала с банка и подошла, и девушка, уже продавец, повешала ту самую табличку. Закрыто на обед на полчаса. Вот. И сказала, никому не становиться. Там еще 2 человека стояло. Я говорю, девушка, миленькая, мне 3 огурчика только, больше ничего. И она мне отпустила. Вот. Так что вот у нас был, я сделала салат, у меня была сметана. Я, правда, туда еще в салат добавила яйца вкрутую. Думаю, такой, чтобы сытненький был салатик такой. Вот. Мы пообедали, и потом уже сидели, болтали, смотрели телевизор. Ну вот. А он приехал вчера, говорит, ну, я знаю, что ты пенсию получила, давай я схожу тебе, принесу продуктов. Шмяконь уселся. Елка, которая вот такая высокая-высокая, которую снег ее повалил, и она теперь лежит, и вот на солнышке, на сухую вот эту вот траву улегся. Безобразник этот. Вот. Так вот, девчонки, не помню. Он там был, назывался Петруха еще такая в упаковке. И еще какая-то. Но та была очень дорогая. Очень дорогая. Вот это вот 3,50 где-то. Там без копеек, не помню, вот эта вот палочка. Вот. Купила молоко, потому что я последнее время все каши, каши, каши. У меня рис закончился. Хлопья риса я люблю. Обычный рис не люблю варить. Он долго варится, и что-то его нету нигде. Надо, наверное, на этом самом заказывать. Но вы знаете, так неохота тащиться в этот Валберис ради там каких-то 2 пачек риса. Если не куплю, вот не посмотрела. Вчера заходила в Три Лося и не посмотрела. В Три Лося купила мороженое. Купила 4 штуки морожка. Потому что если Аришка сегодня придет, но сегодня погода хорошая, но говорит, хожу сейчас на каблуках, порвались кроссовки мои, вот, и хожу в ботинках на каблуках, говорит, очень болят ноги, потому что целый день у плиты готовлю, 4 человека, 3 мужчинки, вот, хорошо кушают. И вот она такая вот хозяюшка, все готовит, и чтоб вкусненько было. Говорит, болят ноги, поэтому круг совершенно не хочу вот этот вот делать к тебе. Вот. Но я ее соблазнила, говорю, я купила пирожные. Ты же любишь такие пирожные. Вот такие вот эти самые, внутри с кремом. Как они называются эти? Я забыла, как они называются, эти пирожки. Неважно. В общем, 4 штучки пирожка купила. Взяла... А пирожки вот эти завешали 2 рубля. В общем, около 3 рублей они мне завешали. Они по 12 рублей килограмм. Взяла баночку янтарного, потому что у меня обычно по 2 беру, но у меня там есть еще немножко. Взяла сметану. Ну, теперь же огурцы есть. Почему-то нету зеленого лука. Ни участников, ни это самое... Не в магазине. Уже, в принципе, должны быть в магазине в этом Рудаковском. Есть салат,
Есть еще какая-то там трава была, но я уже не стала девушку задерживать. Я только обрадовалась, что мне хотя бы не закрыли меня перед носом, а дали мне огурчики. Вот. Взяла в куриной Гане отбивные. Сегодня она мне так завешала очень много. Вот это вот завешала 6,90. Обычно где-то в 4 рубля я вкладывалась. А здесь она говорит, здесь много их, такой вес большой. Ну, так что это я затариваю в морозилку, чтобы мне потом, когда надо. Хотя сейчас уже не зима. Сейчас уже идти легко. Уже не тянешь на себе зимнее пальто, не тянешь эти. А сапоги, девчонки, вот эти, которые я купила зимние, они такие тяжелые. А это уже Аришка моя звонит. Алло, алло. Алло. Алло, ну, привет. Привет. А я видео снимаю. Я сходила на рынок, я купила пирожные. Давай я закончу видео, а потом я тебе перезвоню. Или тебе срочно? Плохо тебе еще? Нет, немножко. Просто я думала, сейчас тебе помогу, потом... Хорошо, хорошо, еще 5 минут, хорошо? Ну, давай, хорошо. Вот. Говорит, давай, хорошо, я тебе помогу заполнить вот эти вот бумаги, которые для того, чтобы мне денежку выслали. Но в этом месяце все равно уже не вышлют. Купила яблок 0,5 килограмма. Так, яблоки по 2,40, вот эти вот маленькие. Не знаю, вкусные ли они будут. Так, и что я еще купила? А больше я ничего... Нет, купила, девочки. Наконец-таки я купила термометр. Теперь, когда уже морозов не стало, я купила термометр. Точно такой же, как у меня висит. Жалко, что я не купила его вчера. Так бы Вася уже мне тот отодрал, а этот бы привинтил. Вот. Люблю посмотреть на термометр, какая погода. Вот. Вот и все мои покупки. Приходила ко мне моя почтальон, принесла мне травок, девочки. Принесла мне чебрец, сама собирала, говорит, и принесла мне мяту. Тоже все сама собирала, все сама сушила. Говорит, заваривай чай, пей, успокаивайся, не нервничай, чтобы давление не поднималось. Вот, что там у меня наговорила? Ну, 12 минут и нормально. Вот. Поломала очки сегодня. Очередная неприятность. Сломала свои любимые очки черненькие. Вот у них, у всех, у этих очков, которые заказываю на AliExpress, у всех отламываются вот эти вот ушки. Вот оно, ушко улетело. Там смотрела, можно ли его там... Я нашла гвоздик этот, может быть, можно будет присоединить, а может быть и нет. Ну, значит, выброшу. Вчера, когда они отломались, я залезла в этот самый на AliExpress и заказала очередные очки за рубль. Я, в принципе, в очках не хожу, поэтому мне достаточно таких. Если бы мне надо было, конечно, носить очки постоянно или там уже читать, конечно, я уже давно не читаю, простите, ничего не читаю давно. Вот, и... Так только заглянуть туда, там комментарии почитать, то мне достаточно вот этих вот за один доллар. Вот. А если бы надо было такие очки, как вот люди ходят в очках, то, конечно, бы я пошла и купила, заказала в магазине, где вот проверяют зрение и все. А так я взяла простые очки, вот они сломались. Очередные. Зато их у меня много, на каждом столе они у меня лежат, в каждой сумке они у меня лежат, у меня есть. Сегодня придут ко мне, наконец-таки, мои любимые газеты, которые мы с вами давно-давно не читали. Вот, и, может быть, там будет что-то интересное, и в следующем видео я вам почитаю. Ну, а сейчас, девочки, простите, больше ничего не могу рассказать вам, потому что надо бежать. Даже вот некогда уже и кофе попить. Надо бежать, потому что Аришка
Аришке потом надо будет уходить, Максимку встречать. Поэтому надо скорее включить компьютер, чтобы она мне помогла. Там все эти свифты, биги эти, там какие-то еще данные, чтобы она мне помогла заполнить эту адресный квадратик. Все, мои дорогие, на сегодня все. Даже не налила кофе, девчонки, даже не налила кофе. Сейчас налью-ка, пока будет это самое, пока будет загружаться компьютер, я как раз и выпью эту чашечку кофе с сырочком. Вот так вот мы сделаем. Все на ходу. Все на ходу. Все, пока, мои дорогие. До новых встреч.